Сегодня православные отмечают чистый четверг. В этот день всегда затевают генеральную уборку. Считается, что так можно очистить душу и тело. А от і депутата, мабуть, захотілося очиститися. Внесли в порядок денний заборону комуністичного тоталітарного режиму. Як пройшов сеанс чистки, бачив наш здивований Олексій Іщенко. Абзац у Верховній Раді. В Верховной Раде образцово-показательное утро. Главный вход устилает красная дорожка. Парламентская охрана впервые за последний год сменила камуфляж на парадную форму с белоснежными рубашками. Депутаты синхронно входят в зал заседаний за 20 минут до его начала. Видимо, чтобы заранее расставить польско-украинские флажки на своих рабочих местах. Противный 8-битный звучок ознаменовал приход в зал заседаний Бронислава Комаровского, президента Польши. Выступал он пол с лишним часа. Два раза цитировал строки украинского гимна, несколько раз вспоминал украинские народные пословицы, всеми возможными речевыми оборотами говорил о близости наших стран. Напомнил, что Польша первая страна, признавшая суверенитет Украины. В конце процитировал Шевченко. Выступление получилось довольно общим, но таким братским. Польша подает руку Украине. Польша делает и сделает все, чтобы руку Украине подали и другие государства и народы свободного Запада. Какой именно будет эта самая рука, не уточнил, но всем понравилось. Все 30 с лишним минут, пока вещал польский президент, украинские нардепы сидели по струнке смирно. На галерке никто не бубнел, айфоны все попрятали по карманам. Но только Бронислав Комаровский переступил за порог зала заседаний, депутаты вернулись в прежнее состояние. Проекты законов уже в привычной форме слушаются под галдеж парламентских глоток и стуканье пальцев об экраны девайсов. Теперь же поговорим о самих законах. С самого начала ТО на передовой было четкое разграничение. Если террористу нужно выкопать окоп, ему пригоняли эскаватор. Если украинскому солдату, то ему давали в руки саперную лопату. И вот спустя уже почти год войны до украинских депутатов дошло, что солдат неплохо бы обезопасить железобетоном. Вся проблема, как ни печально, в отсутствии материалов для их постройки и бюрократических дебрях при их закупке. Теперь местные администрации получили больше возможностей, чтобы быстро и вовремя их приобрести. Каждая администрация будет отвечать за определенное количество укреплений. Чтобы миновать тендеры, будет использоваться так называемая переговорная процедура закупки. Дякую за підтримку. Далее депутаты увеличили количество пограничных войск и сотрудников СБУ. Также в первом чтении принят закон о распределении гуманитарной помощи. Еще вооруженные силы теперь будут кормить себя сами, а не пользоваться коммерческими структурами, как было раньше. Дякую за разумение. К тому же Рада за основу приняла правовой режим военного положения. Например, в случае чего усиление охраны стратегических объектов, введение трудовой повинности для трудоспособных лиц, ну и принудительное отчуждение имущества, находящегося в частной или коммунальной собственности. При введении военного положения также могут изымать у населения оружие и запретить продажу алкоголя. Паникеров, подумавших, что Рада уже вела военное положение, спешу успокоить. Мы подписали Минские угоды, мы хотим миру, мы готовы до миру. Верховная Рада поддержала Минские угоды, приняла необходимое законодательство. Але, извините меня, у пана Путина может быть иные планы. И мы должны быть готовы до этих планов, и мы должны быть готовы противостоять этим планам. Я вам больше того скажу, детальные планы Генштабом, Кабмином, РНБО разработаны. Я молю Бога, чтобы они никогда не были запущены. Гвоздем программы, вбитым в стопку сегодняшних законопроектов, стал запрет Верховной Рады какой-либо нацистской или коммунистической пропаганды. Важно уточнить, закон не запрещает идеологию как таковую, а запрещает пропаганду тоталитарными клизмами демократического общества.